Моему бизнесу 9 лет, из них 6 лет – это бизнес на удачу. Потому что очень много приходилось делать самой, допускать ошибки. Это такой опыт, когда ты танцуешь на граблях. И здесь история о том, что когда тебе какие-то бизнес-знания могут дать, о которых ты получишь еще на старте. Я буду делиться тем, какой реальный мир, работа, чтобы у студентов не было такого, что они выпустились из университета, им говорят, забудьте все, что учили, сейчас будет все по-другому. Хочется, чтобы университет и практики подкрепляли друг друга. Известные в городе бизнесмены и популяризаторы предпринимательства на открытии межвузовской бизнес-школы не только рассказывают о своих взлетах и падениях, но вместе со студентами в качестве кураторов сразу на старте разрабатывают проекты. Мы сейчас пришли на открытие, которое нас очень сильно заинтересовало. И в дальнейшем мы будем посещать занятия, а также курсы. Мы, для нас это интересно. И очень большой толчок для моей будущей профессии, для моего, возможно, будущего какого-то открытия бизнеса. Помогать студентам постигать основы предпринимательства будут не только действующие бизнесмены, но и представители Минэкономразвития и регионального центра компетенций. Когда выиграл. Выигрыш и ты, выигрыш и я. То есть тогда, когда кто-то ущербный, это нечестно. Вин-вин, да, должно быть обязательно польза какая-то. И если вы эту пользу видите для ребенка, для родителей, для школы, для любых других партнеров, это здорово. Минэк будет делиться знаниями об экономике, о тех нюансах ведения бизнеса, которые, возможно, не всем известны. Точно будет, рассчитываю, полезно рассказывать о государстве и форме участия в регулировании экономики. Бизнес-школа межвузовская, а значит, на обучение могут попасть не только студенты университета путей сообщения. Более того, не только из Хабаровска и края, Амурская область и Приморье дистанционно наблюдали за открытием бизнес-школы. Что мы ожидаем после этого? Ну, рост определенной инициативности, вне всяких сомнений, уверенности в себе, да. Самоорганизации, те кейсы, которые здесь будут рассматриваться, конкретные предпринимательские проекты. Все это определенный опыт, который в любом случае пойдет во благо развития региона, конкретной отрасли России в целом. Первый курс бизнес-школы рассчитан до мая, затем каникулы, на которых организаторы учтут обратную связь от участников и попробуют сделать обучение более полезным и интересным. Мы не хотим зацикливаться на лекциях, чтобы это не было как-то скучно, чтобы студент не чувствовал, что он пришел на очередную пару. Чтобы стать участником бизнес-школы лидерства и предпринимательства, нужно подать заявку через телеграм-канал «Бизнес-школа ДВГУПС». Максим Ванаков, Иван Яковлев, «Смотри Хабаровск».